В рамках кампании «Справедливость к Хаджалы», проводимой в связи с очередной годовщиной хаджалинской трагедии, организована экспедиция на гору Агры в Турции. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана. В экспедиции принимают участие офицеры военно-воздушных сил Азербайджана, полковник-лейтенант Залнабиев, старший лейтенант Уливи Мамедли, а также опытные альпинисты Федерации альпинизма Азербайджана, Руфат Гаджаев и Нимат Агаев. Азербайджанские военные совершат восхождение на 5157-метровую вершину горы Агры, где поднимут флаги Азербайджана и Турции, а также разместят фотографии жертв хаджалинской трагедии. Перед восхождением участники экспедиции возложили цветы к памятнику «Крик матери», посвященному хаджалинскому геноциду, отдав дань уважения памяти жертв трагедии.